Италия оказалась втянута в международный скандал с Казахстаном. В последнее время все чаще говорят об оппозиционерах диктатора Назарбаева и о политическом режиме в Казахстане. Сегодня это похоже на международный заговор, в который теперь вовлечена Италия. Он настолько громкий, что заниматься этим вопросом приходится непосредственно председателю правительства. В центре скандала супруги из Казахстана. Он экс-банкир Мухтар Аблязов и главный оппозиционер диктатора Назарбаева. В настоящее время Аблязов вынужден скрываться в Великобритании, которая предоставила ему политическое убежище. Именно в то время, когда Мухтар находился в Англии, его жена Алма с 6-летней дочкой Алуа отдыхали в Италии и были выдворены оттуда в ходе молниеносной спецоперации. На их виллу в Казаль-Палокко в окрестностях Рима в ночь на 29 мая ворвались 50 спецагентов. Они обвинили женщину в предоставлении фальшивого паспорта Центральноафриканской Республике. Сразу после этого жену и дочь экс-банкира забрали в местный полицейский участок. Несмотря на то, что посол Центральноафриканской Республики через сутки подтвердил подлинность паспорта Алмы Шалабаевой, женщину с дочерью не выпустили на свободу. Ровно через 48 часов после задержания родных Аблязова их посадили в частный самолет и экстрадировали на родину в Казахстан. Теперь апелляционный суд вынужден говорить о чудовищной ошибке, допущенной властями Италии в отношении семьи Мухтара Аблязова. Mentre il leader dei dissidenti kazaki di deportazione della propria famiglia.